Оркестр Сочинского специализированного моторизованного полка Южного округа Росгвардии порадовал своим выступлением в Олимпийском парке. Под руководством дирижера военные музыканты исполнили популярную эстрадную музыку, а для маленьких слушателей прозвучала мелодия Раймонда Паулса «Кашалотик». Кульминацией выступления стал плацконцерт под музыку из знаменитых советских кинофильмов. Некоторые зрители подтанцовывали, а одна из маленьких слушательниц даже попробовала себя в роли музыканта, освоив ударную установку. В целом зрители остались в восторге и, конечно, не обошлось без памятных фотографий.